Ну что же, продолжаем Counter-Strike, Team Liquid Immortals, и вторая карта, первую взяли Liquid со счетом 16-13, если мне не заменяет память, и Liquid, если они сейчас выиграют, они смогут зацепиться за шестую строчку и даже попасть на LAN-турнир, на LAN-этап этого турнира, ну и Immortals, они уже на нем, остается только... узнать, какое место они займут. Выход на бэплент довольно-таки быстрый. И Фелпс первым патроном рубает пимпа, не дает ему пройти сразу же на плент. И, скорее всего, разберется с еще одним игроком. А со спины, посмотри, бежит сейчас Хэнни. Пока вся зверушка у нас на пленту. Хэнни уже со спины. Но пока теряют позиции Immortals. Ставится уже бомба. Их уже запалили. Но Лукас. Тут какие битые все ликвиды. Ну да, тут все-таки должна пистолетка уйти за ликвид. Да, Liquid у нас уже минус 3 делают, и Хэнни вместе с Зюсом вдвоем остается. Ждем, ставит Зюсу в шарте. Последний Хэнни, и Хэнни у нас уже на пленте, и не получается. Не получается у Immortals, хотя, знаешь, вот очень быстрая перетяжка там была. Вот Хэнни, по-моему, в спину он бежал, и, в принципе, первый минус был за Immortals, open фраг. В принципе, все хорошо начиналось, вот, но не получилось. Не получилось, Liquid здорово заняли бэтплент, поставили бомбу, убили всех игроков Immortals, три игрока выжило в пистолетке для Liquid. 1-0. Трейн у нас 16-12, по-моему, закончился, Петь. Ну, не столь важно, и... Да, Immortals у нас борются тоже. Они вот если Immortals побеждают, вторая строчка перемещается на вторую. И ликвиды побеждают, перемещается на шестую. Так что очень важная игра. Вот, особенно, наверное, все-таки для Liquid. Да, да, естественно, потому что ребята попадают на ланы, и они будут цепляться за самые крополинушки этих лан-финалов. Ну что, посмотрим, Нитро, есть минус по Хэнни, это форсбайт команды Immortals, пока он начинается неудачно, играет очень быстро Team Liquid, они центр продавили сразу же, моментально, а тем временем, тихим шажком, команда Immortals в составе двух человек, это Лукас и Зюс, проползают яму, собирают информацию, и уже болтс перемещается в сторону Б-пунта. Хотя есть такой ЛДИЧ, который заходит в спину, заходящим в спину, и что у нас? Ликвиды пока не решились куда-либо выходить, потому что лишь сейчас чекает, это будет выход на. Это будет выход на, очень хитро играет сейчас Ликвиды, они запустили червячка на плент, в итоге на пленту никого не находят, будет стоить ставиться бомба на А-пленту, и один только Пим, который сейчас спину получит свои патроны. А ты посмотри, как он играет, а Пим играет очень закрытую. Лол. Сейчас вообще устроил мозговой штурм для меня этой ночью. Вот, заходит в спину заходящими в спину. Чуть-чуть, чтобы ты проснулся, чтобы у тебя мозг включился. Тебе на работу надо дальше, нет? Ну, конечно. Ну, все нормально тогда, будем тебя такими способами. Ну, а пока Liquid 2-0 ведут, что у них по Миражу. Команда Мираж у... команда Мираж. Есть такая команда Мираж? Не знаю. Ну, мне кажется, мы с тобой создадим в скором времени команду Мираж и будем ломать лица карте Трейн, команде Трейн, команде Даст. Все. Это загон начинается. Ликвиды. Карта Мираж. Проиграли команде Virtus.pro. 8-16. Проиграли команде Na'Vi. 9-16. Это все был ESL Нью-Йорк. На ESL Pro League Season 4. 16-11 победа комплексе, поражение от CLG 12-16, победа над United, победа над Echo Fox, победа над United, победа над SK. Но это все, вот победа над SK, это было в августе, это когда был Showtime. Итак, команда Liquid, вроде бы Train хорошо сыграли, надеемся на хороший Мираж. Надеюсь, то, что будет очень интересно смотреть, и пока очень интересно смотреть только на Liquid, потому что у Immortals денег нету на девайсы, АВП у Хэнни нету, тащить не может. Смотрим следующий раунд, пока есть только минус от Лукаса, я думаю, что девайсный много порешает, вот даже вот в дальнейшем, как будет развиваться следующая, дальше игра. Да, ну и вот опять у нас, опять скайп пропадает, ну ладно, Хэнни у нас вот в прошлой карте дал 30 фрагов, говорили мы, что там Лукас не тащит на трейне, у него там было, по-моему, ну что-то порядка 9, по-моему, фрагов по итогу за карту трейн, вот сейчас уже на первом месте он идет по фраг стат в своей команде, правда, конечно, 3 раунда всего прошло, но
Все же, но все же и без... А, нет, с ВП, посмотри, я что-то думал, что не купит ВП Immortals на первый закупочный. Не-не-не, Хэнни он играет. Без армора. Да, он и значит, если смотреть, если у Хэнни есть деньги на ВП, то я бумажный бронепояс, если они не купят это ВП. Он всегда играет с ВП, он всегда будет его брать, даже когда нету денег на армор. Поэтому я был уверен, что если есть 4750, ВП у парня будет. Ну что, зато GDM уже где-то повстречался с Фамосом, видимо, какого-то из игроков. Либо с гранатой. Это... С гранатой. А, ну вот, тоже как вариант, как убивать АВП. Берешь гранату, закидываешь ему лицо, и все. А уже GDM сейчас играет под чужой смог и палится. А теперь Хэнни. А, нет, это же не Хэнни, Фелпс тут. Ой-ой-ой-ой, GDM, ну вот тебе и молотов. Вот и молотов, но как же жестко сейчас открываю зигзаг. Почему не было игроков на пленту, которые законтролили, непонятно, но зато есть болтс. Зато есть болтс, который положит 7 болт и сделает все. Элиш с Нитро очень здорово прошли шорт, там никто их вообще на самом деле не контролил, они на шифте прошли в шорт и одновременно со своими тиммейтами вышли вот как раз таки одновременно ковры, Ваусы на Б и шорт. Зажали. Двух игроков на пленте, сделали минус 2. Пимпа находит. У нас еще болтса. Лукас в спине. Лукас в спине, 92 хп. Все, теряет. Теряет все свое здоровье. Лишь минус. И Хэнни без армора, без китов. С одной флешкой в руках и АВП в зубах. Бежит сейвить. Посмотрим, получится у него это. Но это 4-0 для Team Liquid. Ну, Хэнни. Зачем же ты? Ну, мог еще выстрелить с АВП, но подумал, что его сейчас будут пушить. В итоге потеряно АВП, потеряно все. Команда Liquid удивляет, они 4-0 ведут. Я больше удивляюсь халатности Immortals, то что они полностью отдали центр, они получили смок в окно, отдали шорт, и хоть на шифтах, не на шифтах, но эту позицию надо чекать. И в итоге вот эта засада через шорт, которая проползла, она сделала свое дело, лишь нитро по фрагу, и команда Immortals была обезврежена на пленту Б, и теперь команде Immortals еще сложнее будет что-либо сделать. У нас повторяется трей, на самом деле. Поначалу Immortals 7-0 вели, потом был 8-7. Здесь же 4-0 ведут Liquid, я думаю, что на следующем девайсном раунде все будет намного лучше. А может быть сейчас, потому что у Фелпса очень интересная позиция, он прям смоку по чужой смок решил сыграть. Его пока не ждут, вообще никак не ждут его здесь. И вот он первый фраг, да. Хотя бы одного забрал, уже неплохо. Но был бы там еще один игрок вот рядом с GDM, мне кажется, удалось бы Фелпсу минус 2 подать. Но вот, к сожалению, один игрок уже прошел мид, второй на 90 был, и всего-навсего убил только GDM. Ну, так или иначе, один минус уже хорошо сыграл заготовочка, это через смог. 3 в 4, в меньшинстве Immortals, но опять же, без арморов, экономически, 2 дигла, USP. Вот. Хэнни, надо побыстрее уже стягиваться ребятам на бэкплент, именно туда у нас выходит бомба, в голове с Нитро и... Лукас, хороший ставит у нас хэдшот, ваншот, на старт и лишь, вот так вот надо вот, демонстрировать нам, как же все-таки нужно спреить вот с этого балкончика на мидл. Да, очень хороший спрей сейчас был от лижа, он прям законтролил чуть ли не каждую пулю, куда захотел, послал, и в итоге болт последний, 1 в 3, бомба поставлена, пип очень классно сыграл, он вышел на плент, он решил сыграть роль разведчика, у него это получилось, а болт сделает минус по пимпу, калашников он, естественно, засейвит. Я беру калашников, нет китов, и я, естественно, не иду выбивать бомбу. Все правильно. Делает болтс 5-0, деньги какие-никакие, но он сейвит для своей команды. И давайте вот посмотрим, что у Immortals на карте Деймираж. Последний раз они играли на ECS против СК, это было поражение 11-16. Потом они до этого побеждали СК 16-4, я комментировал как раз этот матч. Победили Energy 16-2. Победили Renegade 16-12. Победили Selfless, TSM, Selfless. И это все было сентябрь. То есть за сентябрь только одно поражение у команды Immortals на Мираже. Но сейчас что-то происходит непонятное. Так они уверенно, знаешь, как старые добрые ребята начинали трейн. Там запушили, там сыграли классно, там раскидали. Все сделали как они умеют. Что сейчас Immortals, я не понимаю. С трейна они то ли не отошли, то ли уверенность в том, что мы еще затащим есть. Но Ликвиды, писмейкер, какова работа его? У него настолько видна работа писмейкера, как команда заиграла Ликвид сейчас. Это очень важно. Да, ну и выход у нас на аплент. На аплент от Team Liquid. Лукас есть энтрикилла. Нитро находит у нас в пленте. Лукаса как раз в размен сыграл. Болтс разменялся, кстати, убил Нитро. Это все-таки сдегла. Последний пули. Пимп вот на секундочку бы пораньше все-таки вышел с ковров на пленте. Вот избежал бы тогда смерти у нас
Нитро. Что ж, Пимп в пунте, бомба не на руках Хика. Хик сейчас заберет эту самую бомбу. Ну, тут Хэнни с АВП, и у него хорошая позиция, он смотрит эту позицию за ящами двойными. Тут еще Фелпс есть. Тут еще Фелпс, да, который заходит со спины с дома, и сейчас Хика должен умирать. По крайней мере, бомбу он точно не даст поставить. Пимп стоит спиной, в ковры вообще никто не смотрит, не ожидает. Просто не ожидает ликвиды то, что с ковров кто-то вообще может выйти. Да, Хика смотрит спину, смотрит яму, но по коврам пока информации никакой нету. И Immortals ждут команды фаз, когда Фелпс скажет: парни, пора. Но это будет все зависеть от того, когда он сделает фраг. Да, но вот сейчас вот Фелпс ходит, видит пимпа, есть минус, и Хика тоже так же умирает. Фелпс реализовал свою вот эту позицию, не ждали его, конечно же, первый раунд для Immortals на карте Мираж. И вот по поводу трейна еще хочется сказать, наверное, что после 7-0 потом как-то Immortals, знаешь, сбавили обороты и перестали выходить под размены. И в каких-то моментах, конечно, ликвидам везло, там пимп у нас два дабла дал, один со скаута, другой с АВП там. Везло в каких-то моментах ликвидом, конечно, но Immortals просто перестали уходить вот под эти вот свои фирменные такие размены, как они умеют это делать. Ну и два ОП. Хэнни и Зюс, один играет сейчас где? Где у нас Хэнни играет в коннекторе, а второй играет на Б. То есть вот такая расстановочка у Immortals, довольно-таки рабочая. И смотри, куда уже прошел Фэпс. Он сейчас спину будет забирать GDM. Печаль. Оставили одного GDM без присмотра, без помощи, без поддержки. А это как ребенок. Ему нужно всегда помогать, потому что GDM на Мираже вообще не радует. Вот уже, который я смотрю раз Мираж, до этого я смотрел Нью-Йорк, GDM плохо отыгрывал. Сейчас смотрю, тоже 3-4 идет парень, и все команда пока делает. Пока все команда делает за него, то есть снайпера пока не видно, а у Immortals только Хэнни. Хэнни, да, который тащил на трейне, как раз таки выход на бэплент у нас уже идет, Фелпс играет за машиной, Фелпс отлично, есть один минус, правда в размен моментально играет Нитро, 3 в 4, 3 в 3 уже пимп находит Боутса, СВП Зюс, Зюс опять СВП, ноузум по Нитро, ну тут не промахнуться был бы, конечно же, грехом огромным. Хэнни находит у нас пимпа, и Хэнни зарабатывает, кстати, первый фраг, и второй фраг Хэнни зарабатывает, СВП разыгрался таки на Мираже, потому что на трейне он 30-ку набил. Вот сейчас наконец-то тоже раздуплился и два фрага в раунде под номером 7 дает. Ну вот Хэнни пора бы ему уже раздупляться, команда его ждет, команда в нем нуждается, и сейчас это срабатывает. Вот он Хэнни, который зашел со спины, он не поменял. Вообще, мне нравится, какие тайминги выбирают команды. То, что вроде бы ты идешь со спины из дома, тебя будут ждать, либо не ждать, а просто сложно будет это сделать. Сложно будет выйти в спину такому количеству народу. И два фрага. Просто парень два фрага делает, вытаскивает команду за собой. Это круто. Это очень круто. Мне нравится, как играет Хэнни. И он проснулся в самый нужный момент. Когда нужно было сделать выбивание, в итоге команда Liquid эко раунд. У них денег нет абсолютно. Им приходится довольствоваться только пистолетами. И вот он минус уже от Зюс залетает. С АВП GDM он сейчас отыгрывает, а Хэнни уже перемещается под коннектор. Вот Immortals они вроде как мидл оставляют. Кстати говоря, проходит Лич сейчас через мидл, уже на шорте, проходит дальше в бэплэнд, и это может быть сюрпризом. Да, и лишь у нас проходит, и не ждут его по ходу дела здесь. Здесь вообще никто на него не смотрит. Зюс сейчас будет умирать, да, умирает Зюс. И Фэпс в гордом одиночестве остается единственным представителем Immortals на бэплэнте. Убивает одного, убивает второго, моментально разворачивается. Но пимпа просто не хватает уже бодрости и силы. Хика. 1 в 3, бомба у нас установлена. Заработали деньги на этом... Форсбай, наверное, можно сказать, хотя не заметил я вас. Это эко, нет, это эко. Посмотри по деньгам, там у ребят эко. Ну да, хорошо. Ну да. 5-3. 3, Immortals'ы берут третий. Что ж, и вот две снайперских винтовки, вот эти Зюс и Хэнни, знаешь, у них прям синхронные выстрелы были. Один, правда, только на Б-пунте выстреливал в начале раунда, а второй с окна. И один убил, а второй в ногу попал. То есть там прям, знаешь, вот разница доли секунды была, но... Вот так вот два снайпера в начале этого раунда сыграли, и в принципе все неплохо, но два девайса все-таки потеряли. Но не суть. Не самое страшное, у команды Immortals есть деньги, 8000 у Хэнни, ему на ВП 100% хватит, и команда Team Liquid. Вот на этот раз они все-таки Illidge запустили вместе с GDM по разные стороны, то есть я надеюсь, что Illidge сейчас будет на центре вместе с GDM, один прикрывает, другой проходит, но нет, GDM решил сыграть в открытую на бэплэнту. И, кстати говоря, бэплэнт полностью отдали. Только один Зюс там играет.
и какое-то укрепление центра сейчас от команды Immortals. Посреди находится Фелпс. Фелпс вообще какая-то безумная была позиция, но смачок он либо сам себя откинул, либо ему откинули. И он под этот смок решил сыграть, очень грамотно у него получилось это. Ну и оставил пол хп Элиджу. Команда Immortals в данный момент знает, где находится противник, и им ничего не остается, только как их перестрелять. Хенни, кстати, сейчас тоже выходил с коннектора на мидов, в аркаду, тоже очень агрессивно отыгрывал. Ну что, Хенни, отличную реакцию он демонстрирует нам, бывает Элижа, 3 килла для Immortals и Зюс. Зюс тоже находит у нас с ВП нитро. Вот Зюс каждый раунд, кстати, с ВП делает минус. Прям даже удивительно, на самом деле, GDM на БП выходит уже вместе с своим тиммейтом Пинг-Понг. Хика, у нас бомба и Хика далековато. На самом деле, но Хика вот уже бежит у нас по шарту, 3 в 3, очень здорово. А бомба выбита. Хика, бомба падает, все. Ух, мне показалось, что он по шарту бежит вот на карте, я просто не видел, а он, оказывается, вообще в подвале был, жесть. Бомба лежит, 30 секунд до конца, 2 в 2. Да, и красный был Фелпс, Пимпу надо было попасть только один патрон, но вот повезло немножко в плане, потому что первым выстрелил Фелпс, он выкинул то, что от него зависело, он просто смог сделать тот минус, который... Возможно, порешает в этом раунде, хотя GDM забирает бомбу, уходит, молотов очень грамотно откинул, потому что Фелс был красный, если бы зашел молотов, он бы тут же сгорел, и бомба поставлена. GDM поставил бомбу под себя, осталось только разыграть под себя эту бомбу, и GDM информации нет о том, где находятся противники. Может быть, даже есть вариант одному умереть. Вот, в яме, минус Лукас, но красный остался Фелс. Красный остался Фелс, у GDM, как бы, по нему информация есть, и у Фелса киты есть. Флешечка. Под эту флешечку. И что? Да, развод это... дефьюз и... GDM. На самом деле, GDM убивает нас Глока. Добивает просто Фелпс, у которого 6 хилспоинтов было. А Фелпс успел бы? Поймал. Фелпс успел бы радифузить бомбу, если бы он сделал до конца. 5 секунд да. И все. Там да. Все делал. Ну, хороший тайминг, смотрю, в начале, когда вот с ямы выходили у нас 2 игрока, он убил сотого. Вот очень важно, это был килл. Квадра от GDM, вот, пожалуйста, вроде проснулся GDM у нас, шел последним, вот сейчас уже 7-й фраг заработал, и очень здорово, Квадра затащил клатч, 1 в 2, и Хенни, отличный выход с коннектора, как раз таки GDM убивает героя прошлого раунда. Вот так вот Хенни любит играть, вот так вот он выпадает, постоянно какие-то выпады, коннектор, Зига, метро, или окно, там, как уж и сам он выбирает. Точку выпада, точку вброса своего тела. И команда Liquid сейчас страдает от того, что они не могут по таймингам быстрее занять позиции. Пимп находится в метро, молотов к нему закидывает Хенни. И пока движуха на карте замедляется, такой вот slow motion по заходам. Опять-таки Хенни замечает игрока в метро, минус по пимпу. И вот у нас что-то происходит непонятное. Хенни разваливает кабину абсолютно соло. Квадрокилл на центре, никто не может ничего с ним поделать. Это Хенни. Это Хенни, дорогие друзья. Это человек, который с ОВП творит вот такие вот чудеса. 4-6 команда Immortals почти догоняет. Жидких конях. Вот, я бы не сказал, что там какие-то, ну, прям вот сверхъестественная стрельба, да, с ОВП. Да. Просто ликвиды по одному выходили. Один в шорт, один в коннектор зашел. Вот они прям, так, давай, ты умирай. Хорошо, умер, моя очередь. Вот как это объяснить ликвиды? И ни флешки, ничего в коннектор не залетело. Знали, что снайпер там сидит с самого начала, когда он только open дал. Короче, ну, странно. Странно, ликвиды сыграли в этом раунде. Квадро подарили просто снайперу команды Immortals. Тем более сверхагрессивному снайперу, который, как ты уже говорил, любит играть везде. Выход на Б. Выход на Б, Хенни. Есть минус. Зюс у нас там не справился со своим спреем. С кольта. Болт находит двоих уже. Пимпа и Хика. Фэп забивает нитро. Очень быстрый раунд для Immortals. Выбили БП. Не дали поставить бомбу. 5-6. Практически догнали уже Immortals своих оппонентов. Но вот и денег у Ликвида все равно нету. Если бы они поставили бомбу, то хотя бы смогли закупиться. Понадеялись на это. Но им этого не сделать не дали. И теперь еще один экраунд. Это будет уже 6-6. Immortals догоняет своих противников. Я думаю, что тут... удивить не получится ликвидом. Ну и Immortals не те ребята, которых можно вот так вот на форсбае обыграть. Ну и Хенни, была попытка сейчас сыграть через Зик. Я думаю, что ты следил, нет, за ним сейчас, что он делал? Нет, сейчас. Но нет. Он пытался с окна запрыгнуть в зигзаг. Он очень любит это делать. И в данный момент его могут запереть с двух сторон на центре. С метро выходит очень много народу. И Хенни может получить по попке. Да, ну у нас 3 тека, Дига, ВП 250 и без арморов действует ликвид в этом раунде. GDM очень здорово разменял своего тиммейта. Хенни, правда, у нас от Т5 отыгрывает с коннектора, убивает GDM, как раз таки сыграл в размен 6-5 счет у нас. И
должны сейчас Immortals брать шестой. Это гонять своего оппонента. Хэнни, Боутс, моментальные два фрага, отваливается Нитро и Лич, соответственно, Кит последний в фаусах, выходит, и Лукас его нашел. 6-6, и, знаешь, Иммортлсы еще в атаке не играли. А Иммортлсы в атаке это торнадо. Это торнадо, да, которая сносит твою защиту, и ты не понимаешь даже, что происходит. Ну и вот он Заку остается играть 3 раунда в первой половине, команда Liquid должна что-то поменять в своей атаке. Играть через центр уже... Ну, не актуально играть через центр. Уже не актуально, потому что Immortals этот центр укрепляют. И если ты не можешь забрать одного снайпера в коннекторе под размен, сорян, что тогда делать? Если ты не можешь хотя бы одного человека задавить. Да, там есть у него тиммейт рядом, еще что-то. Но тебе надо сначала его забрать в размен, а потом уже сыграть какую-то тактику. Это, по крайней мере, насчет одного раунда. В целом, Liquid играют очень осторожно. Но вот когда доходит дело до... захода на плент, вот тут уже появляются проблемы. Да, вот на финальной стадии проблемы испытывают большие Team Liquid. Так или иначе, 6-6 пока что статус-кво у нас по счету, и Болт сыграет с коннектора. На сей раз и Хэнни у него, кстати говоря, на хлопе, Хэнни тоже смотрит проход шорта. Хэнни замечает, вот он Болт. И вот не ожидали, по-моему, Liquid. Сейчас вот такого мува опять через мидл играют Liquid, и опять вдвоем отваливаются, и без разменов. Только сейчас Пимп находит у нас Фелпс в окне, но тем временем уже 2 в 4 Лукас нашел еще и Хика. Но остается команде Liquid только засейвить, наверное. GDM AWP, Калашников, Тимпа. Но они постараются выйти на плент Б. Именно туда направляется. Зюс там стоит пока что соло. Болтс убегает на хелбок своим тиммейтом. И пошла раскидка от Пимпа. Такой вот смачок откидывает, чтобы можно было проскочить. Что под этот смог играть. А вот тут гранатка от Зюса его и настигает. Привет, говорит Зюс. Минус от Зюса. Второго забирает также. 7-6. Immortals выходит вперед и... Но тут уже становится все еще сложнее для команды Team Liquid. Вот мне кажется, здесь Immortals уже не отпустят. Вот на опыте. На самом деле, Liquid тебя не слышат, Петь. Просто ты им сказал, что, ребята, ну не надо через мидл как бы играть. Да. Ну, потому что не получается у вас. Они такие, нет, мы пойдем втроем в мидл и будем умирать там от Боутса и Хэнни. Почему бы и нет? 7-6 и 2 раунда. Нам осталось посмотреть в этой... В этой первой половине карты Мираж, видим два легких армора от Элижи и Пимпа, 3 тека, P250 и Гвок. Ну, такой полуфорсик у нас, и через пауз решили сыграть на сей раз, 3 игрока уже выходят, у нас бомба, а бомба у нас на Тетрисе падает, кстати говоря, и Пимп в пунте вместе со своим тиммейтом попробует еще дать пару минус. О, тут залетел от Пипа, довольно-таки неплохо сдавил на игрока, Хэнни хлопует своему тиммейту. Не дает его убить, Пим последний и довольно-таки простой раунд для команды Immortals. Я что хотел сказать, не было ни одной раскидки на А-плент массовой. Не было раскидки на Б-плент со смоками. Постоянно мидл. Постоянно Liquid играет мидл. Мне кажется, они решили немножко подстилить стратегию команды Virtus.pro. Но в чем разница игры Virtus.pro и команды Team Liquid? У парней... Там... Ну-ну. Да, говори. Ну, мне просто интересна версия. Ну, вот то, что я видел, то, что Virtus.pro, они играют через мидл, но они играют там вдвоем в одного и постоянно через коннектор плюс яма, вот это вот, они жмут аплент. То есть, если они заходят, они выжидают, заходят, и потом вот просто вот это давление на аплент, допустим, идет со всех сторон. То, что я видел. Да, ну вот это один из раундов, я бы так сказал, Virtus.pro. Бывает то, что они играют через шорт, близко тоже с плитом на бэплентах. Хэнни, есть ответочка первая от него, и сейчас можно брать чей нитро! Вот оно, АВП... Горячего бразильского парня. Болс находит также GDM-а. И последний Пимп вместе с Хик остаются. Кстати говоря, Болс сейчас может не зачекать Пимпа. Пимп будет этому очень рад. А Пимп даже не знает о том, что прошел Болс. Пимп, ну как же так? Продал своего тиммейта за гроши. И команда Immortals берет первую половину 9-6. Вот как еще играет на центр СК. Они запускают Фера через метро. Мидл. И если Фэр кого-то видит в окне, он делает минус, либо подсадка идет дальше. Ты хотя бы раз видел, чтобы пытались команда Liquid подсадиться? В окне же никого нету и Liquid'ов. Ой, у команды Immortals. Liquid'ы могли подсаживаться и каждый раунд убивать людей в джангле. Постоянно. Напрягайте центр и через подсадку убивайте двоих. Ни разу. Я не понимаю. Не, ну там периодически стоял, конечно, игрок в окне, но не каждый раунд, как ты заметил. Но и вот, знаешь, Liquid'ы играли через мидл, скорее всего, потому что вот они... Пару раз у них получилось пройти в шорт незамеченными, и они подумали, что вот, еще как-нибудь мы пойдем в мидл, и обязательно у нас еще получится в шорт также пройти, наверное, но вот не получилось.
не получилось, 9-6, и Liquid на самом деле растеряли все свои преимущества. Как ты тоже заметил, что повторение карты Detrain, когда Immortals у нас вели аж 7-0, Liquid у нас вели 5-0. Но вот, пожалуйста, растеряли все свои преимущества, взяли только после этого винстрика один раунд и отдали 9 коллективу Immortals. Так что я жду сейчас быстрого конца для команды Liquid, но, по крайней мере, как предсказание такое небольшое можно тут увидеть, что Immortals разыгрались. Вот если, я не знаю, к сожалению, тут счеты не показывают, как сыграл Лукас на первой половине, но все делали Зюс. Я видел постоянные фраги от Зюса, от Болтса и от Хэйни. Вот эти два парня. Там Фелпс немножко подключался, а Лукасу на планту просто было скучно, потому что к нему никто не ходил. Там 1-2 фрага сделал, и все. Вот сейчас посмотрим на второй половине, сколько счет у Лукаса. У него примерно будет, ну не знаю, там 4-3. Или 5-3. У Лукаса? Да. Где ты увидел? На Healthwork Scoreboard? Да. Да. Ну-ка, сейчас откроем. Странно, а почему Зюс 7 на 9? Где все его фраги? Он столько раундов. Не, у него было там 6 фрагов, когда вот он делал, я помню, минус на Б-пункту, и потом вот он еще как раз минус давал на А. То есть это 7-й был, я так понимаю. Ну, может быть, тут тоже сейчас вот вармап и не отображает полную статистику правильную. Скорее всего, я так думаю. Ну, сейчас посмотрим. Времени. Ну, посмотрим. Вот, начинается у нас вторая... Ну, ладно, потом на Хотэвелорге, в принципе, вот, все появилось у нас. И... Ну, да. Лукас, да, 10-7. Ну, ладно. Посмотрим, что будет дальше. Команда Immortals, если возьмут пистолетку, то дальше уже будет все... крайне сложно для ликвидов, потому что набрать преимущество, если даст Immortals'ам, то провалище. Immortals'ы, когда цепляются за победку, то очень сложно с ними бороться. Но Immortals медленно играют, они ждут поджимов. Они знают, что ликвиды сейчас могут так подобно совершить. Они смотрели ESL Нью-Йорк, они знают, что такое возможно и такое есть. GDM, соло, пошел пушить мидл. Вот так вот, сейчас привет. Привет, говорит Махэнни. Сломал лицо одним патроном, и команда Immortals сейчас дает о себе знать. По двум людям, по крайней мере, точно, но нет информации, куда пойдут. Потому что сейчас Хикон играет вот роль, так попрыгать. Просто попрыгать перед Б-домом. И вот, кстати говоря, если ты знаешь, что Хико любит так прыгать, если кто-то из своих противников любит вот так вот чекать ковры, кидаешь смог, и он не знает, Б это или А. Это вот такой вот хитрый план. А посмотри, что делает Immortals. Посмотри, как стянулись ликвиды на бэплэнд, а тем временем Immortals практически в полном составе сейчас будут выходить на пустой плэнд совершенно. И Liquid решили угадать, и не угадывают. Не сыграли в вангу они. Да, вот и пожалуйста. Нитро вот сейчас только будет быстро стягиваться. Все, а плэнд занят. Это поставленная бомба. Это 5 крутых позиций на пункте. И это выбивание от Liquid. Ну, не знаю, навряд ли. Пока не верят Immortals свою удачу, они бегают, прыгают, ищут кого-то, кто сейчас выскочит из угла и начнет их убивать. Но нет, дорогие мои, тут все очень просто. Минус по пимпу, минус по нитро. Хика и Лидж вдвоем остаются. И тут уже все... Только на воле господа. Хико, вот это разворот, минус по Фэпсу. Хико с китами дружит, у него есть они. И команда Immortals сейчас могут закончить все одной позиции от Болтса. Первый пошел, второй пошел, да. Тут все одной позиции и отыгралось. Да, Болтс даблкил, здоровская пистолетка. Еще бы вот отметил, конечно, вот он фраг для GDM, который по GDM был. В одиночку как-то поджал, вот непонятный мне тоже мув. Все у тебя тиммейты по пунтам стоят, все смотрят свои позиции, там яму, пауза на Б-пунте, то есть никто никуда не лезет, а тут ты решил поджать старт, и там два игрока просто они в споте стоят, и все. Ну что ж, 10-6, видим, что ну такой форс-бай, тут только от Хика, остальные там купили себе только дигвы по 250-е. Есть уже минус по Элижу. 5-4, что ж, Immortals поймали, по-моему, кураж и еще взрывают нитро. Ну, в общем-то, Immortals, по-моему, Мираж, скорее всего, могут забрать свою копилочку. На самом деле, то, что Ликвиды взяли первую карту, для них это тоже очень классно. Они смогли догнать Эхо Фокс, по крайней мере, на 6-м месте, которые идут. И позволяют себе уже теоретически выйти на лан финал. А это для них, это для них самое главное. Поэтому сейчас, даже если проиграют Ликвиды этот матч, то ничего страшного. 1-1 разыгрались, знаешь, как разошлись, как в море корабли. Вот и корабли себе друг другу раздали по 3 очка, и нормально. Как бы и тем неплохо, и другим
немало. Поэтому я считаю то, что 3-3 это очень честный размен. Да, и это вообще, наверное, часто встречающий счет, если смотреть по картам на ESL Pro League, скорее всего, тут 1-1 это такой, такой прям самый распространенный результат. Ну что ж, здесь 11-6 берут у нас Immortals. 11-й очень легко, 5 игроков у нас живы. Где у нас GDM-то прячется? Он на B-Plant-E прячется, вот здесь ждет он какой-то девайс, добычу. Лукас к нему идет, но не знаю, успеет ли он убить его. Эх, нет, не получается, Лукас забирает у нас GDM 11-6 и еще один экономический в Team Liquid мы увидим. Да, еще деньги не приехали. Банк говорит, задержка на карточках нули, и пока Ликвидам приходится играть с пистолетами, но и Immortals. Есть фармган от босса, остальные все 2 галила, 2 калаша, то есть Immortals чуть... А что им закупаться? У них все есть, у них все нормально, и парням только нужно... побеждать. Только побеждать, и вот она победа приходит довольно ожиданная. Два фрага на пленту. И очень быстро играет Immortals. Вот опять-таки, они не стали ждать и не стали терпеть. Они просто вышли на плент и сделали свои фраги. В итоге босс перезаряжается, пимп это слышит, но не знает босс о том, что тут два человека, а вот теперь знает. Вот теперь знает, не особо, знаешь, два человека. О, круто, еще один будет фраг. А тут, Фелпс хотел, конечно, с ножичка хотел, но не тут-то было. Да, GDM вовремя там развернулся. Ну что ж, 23 хелспоинта и Гали. У него на руках, и его должен тут Зюс, конечно, находить. И... Вот, да, зачекал. Здорово, кстати, зачекал прям на пиксель. Хоп, увидел, все. С второй попытки вышел тут же через секунду и на префаре убивает в голову. Что ж, босс, кстати, 20 фрагов. Хэнни. Вот Хэнни опять каждую карту тащит для Immortals. А? Ну вот в прошлой карте 30, сейчас 18-6. И рейтинг здоровский у него, конечно, по итогу. 12-6, очень важный раунд для Team Liquid. Если они хотят еще зацепиться как-то за карту Мираж, конечно, нужно первый девайсный в защите им обязательно брать. И посмотрим, как сыграет GDM с ВП. Но у GDM он играет, где у нас? Он пересместился в зигзаг. Это что-то новенькое. GDM потише. Он решил сыграть немного по-другому. Он играет, ну, не знаю, на новую для позиции для себя или нет. Но в любом случае, здесь я его раньше не видел. И GDM. Видит, откуда летит флешка. И помахивается по Хэнни. Но зато Хика. Есть размен по Зюсу. Потеряли Лиджа, своего клатчера, своего тащера. Кстати, игра, которая сейчас пока вообще не играет. 9 на 14 Лидж, сам на себя не похож. И это очень странно. Да, ну и вот запускали Зюса. Единственного, на попался на Б-пленте. И вообще, вот Immortals часто любят запускать, да, вот Зюс, я так понимаю. Запустили его на Б, но не получилось ему там открыться по Хика. Хика очень классную реакцию нам продемонстрировал. Что ж, 4 в 4, Нитро. Вот очень близкая позиция у Нитро, и Пимп тут тоже рядышком. Посмотри, Фелпс где находится. То сейчас Фелпс будет убивать людей. Да, но тут Болтс уже опережает своего тиммейта, убивает он Нитро, Пимп еще в позиции. Пимп будет браться, Пимп есть минус по Болтсу, надо убивать еще и Хэнним. Моментально надо это делать, конечно. Тут Фелпс уже в спину, конечно, заходит. Пимп этого не ожидает. И Фелпс, вот Пимп все прячется. Найди же его, да, нашел. Все-таки Фелпс 3 в 2 родов у нас Хэнни. Бомба бежит уже ставится. И GDM в спине Хика с Сити. Посмотрим, как разыграет два игрока Ликвид. Ну, тут очень хорошая позиционка для Ликвидов. Хик убрал игрока в яме, который мог задетектить GDM. И GDM пока неизвестен для команды Immortals. Они не знают, где находится снайпер команды Жидких Конях. Но в любом случае Фелпс не пропустит GDM. Вот эта флешка, сейчас и GDM сам себе флешку накинул. Очень странный момент. Так, Лукас первого замечает у GDM. Спасает свой тиммейт. Флешка залетает, но там бомба дефьюза. Хик успевает это сделать даже без диффузов. GDM прикрывает своего тиммейта, но прям, знаешь, какой-то Конан Варвар от GDM, он прям дрался не на жизнь, а на смерть с двумя игроками одновременно, и все-таки победил в этой битве. 7-12 команда Team Liquid смогла взять первый девайсный раунд, и теперь все становится еще интереснее. Immortals тратит последние деньги, но еще один не менее важный раунд для Liquid, потому что денег у них все равно нету. Это вот, знаешь, два подряд. Если ты выиграешь один, тебе надо выиграть такой же второй подряд, потому что у тебя денег нету. Особенно то, что Ликвиды потеряли три девайса. Как квест, да? Взял один, возьми второй.
Вот, ну, GDM, конечно, очень-очень здорово сыграл. 15 фрагов уже он заработал. GDM продолжает убивать со снайперской винтовки. Бывает у нас Фэпса. 4 в 5. И open kill для Liquid. Но Хейни моментальный размен с АВП. GDM, кстати, вот если бы он не убивал в прошлом раунде, конечно, там не успевал бы Хика задефузить. И, скорее всего, Immortals взяли бы раунд. Но Liquid здорово. Здорово сыграли усилиями GDM. Что ж, 4 в 4. GDM у нас тут тоже повеселился. Убил Фэпса моментально. Размены. Элиш заметил у нас Лукаса на старте, Лукас потерял половину хаус-бара своего, Элиш у нас тоже там немножко помятый. Что ж, 4-4, посмотрим, как будут разыгрывать Immortals. Вот заметь, что как-то стали спокойно действовать Immortals в атаке, нет вот этой вот ярости буйной, наверное, пока что, как они любят это делать, быстрые атаки через шорт, через мидл, пока что спокойно пытаются разыгрывать свои раунды. Но сейчас, словно не убили GDM-а, то горячего американского парня, который... любят убивать людей, которые топ-фрагер пока что. Но и Пим забирает Зюса, который невнимательно сыграл зигзаг, даже не посмотрел в его сторону. Если бы кто-то стоял в упоре, то я думаю, что он тоже не заметил, и нитро в яме. Но нитро в яме, тут еще и бомбу выбивает, что... Восьмой раунд. Для ликвидов находит Элит еще и болтса. Последний Хэнни, 1 в 3 остается, но его список счетов еще рановато. Правда, после этого Пимп его убивает. Только я сказал, сразу же Пимп фраг говорит. Что сказал? Не-не, все нормально, все хорошо. Ну там со всех сторон уже вышли, конечно, Team Liquid, да. Ну и очень важный раунд взяли. Как ты и говорил, что надо 2 взять, и 2 взяли, ликвиды. Что ж, видим камбэк, такой мини-камбэк. 12-8 пока что, и такой был Force Buy. Вот Immortals, видим, раскидка есть, 2 смока, 3 флешки, граната, плюс 2 армора, один тяжелый, один легкий, от болтса и зюса, соответственно, и под бэкпоинт, вчетвером, очень тайминговый молотов залетает в ковры, его моментально тушит, и выход под бэкпоинт идет, Хик и Пимп будут стараться сейчас убить всю команду, Пимп начинает спрейть вместе с Хик, минус 2, уже третий минус залетает, также Фэл пытается бороться на балкончике, убивает все-таки Хика, но Пимп на размене, последний болтс. Ну и Пим должен сейчас сражаться с болтсом, удачно, спрей, ах, не залетает, единственный патрон, который... Не залетел у Пимпа, стал для него судьбоносным. 12-9, команда Liquid продолжает догонять Immortals. Бразильцы вроде бы как оторвались довольно неплохо, но вот раз раунд, два раунда, и уже деньги заканчиваются. Immortals, Хэнни будет покупать АВП сейчас без армора, а может быть с армором, там первый, по-моему, будет. Да, да, первый армор. Хватает, да. Ну и вот теперь все зависит от того, как сыграет команда Immortals. Как они решат сыграть. У Пимпа появляется, кстати говоря, снайперская винтовка. Он поменял себе... Кольт на АВП, и выход идет именно на Б. Выход идет именно туда, где сейчас Пим будет с Авиком отыгрывать. И сейчас, может быть, много крови пролится. Хороший спрей от Элиджи в начале этого раунда. Ой, там сейчас просто Пим. Пим замечает всех. Ну, зум еще дает боссу. Дабл кил от Пимпа. Кика в размен сыграл. Хэнни пытается бороться с балконом. Ух, убивает у нас Кика. 2 в 3, ну что, очень мало по хаусбару. Мы видим хп-шечек, Хэнни отваливается, Фэпс последний, 15 хп. Иммортусы. Вот они, наверное, подумали, что раз мы на полуфорсбае таком в прошлом раунде смогли сделать минус 2 стеками и по 250-ми, то на закупе мы вообще изи зайдем на Б, но вот не тут-то было. Дабл килл от Пимпа, минус от Хика, Митра заходит последнего Фэпса и 12-10. Но Иммортусам приходится делать эко. Ликвидам приходится... играть с девайсами, я думаю, что они рады этому, то, что им приходится играть с девайсами. И два раунда Ликвидам нужно, чтобы догнать Иммортусов, перегнать, и... Я рановато списался, что в жидких конях. Писмейкер сейчас своих парней... Вот, управляет. Управляет как на шахматной доске, потому что все-таки на ESL, в онлайне, тут нет такого правила, чтобы тренер не мог общаться во время игры. Тут... Заходишь, общаешься, говоришь, что надо делать, и они выполняют. Но на данный момент Immortals особо говорить нечего. Их тим, их тренера, у них 4 тэкнайна и по 250 быстрый заход на плент. Но самое интересное то, что у них как раз таки теки это опасное оружие. Продали, справится с двумя, попадает по голове еще одному Хэнни. Есть минус по GDM, но это пока что два единственных фрага у команды Immortals. И Хэнни третий фраг оформляет, и тут в полете ловит еще одного игрока. Лич, минус 4, ну вот... Знаешь, как проснулся на времечко Элидж, сделал минус 4, но 15-15, пока того Элиджа, которого мы знаем, тут нету. Эти 4 фрага, это был как подарок свыше против фейка раунда. В любом случае, Immortals еще один закуп, и вот сравнять счет Ликвидам нужно сейчас очень важно. Если сейчас они проиграют раунд, то это будет печаль для них.
Да, ликвиды прям жестко собрались. Посмотри, как GDM действует в начале раунда. Поджимает просто яму, убивает болтс. И нет, естественно, размена. Он единственный там в одиночку. В гордом одиночестве он отыгрывал через яму. Что ж, 12-11. И да, ликвиды очень близки к тому, чтобы уже сравнять счет. Очень рано мы как-то подумали, что Immortals на изи возьмут мираж. Но вот, пожалуйста, 5 раундов подряд в защите. Фелпс пытается убить нас ниже и ниже. Убивает все-таки. Но 4 хп остается всего-навсего. Как же Элиже-то не повезло-то. Мог он все-таки убить своего оппонента. И вот по шорту, скорее всего, будут отыгрывать у нас Энни. Смотрит шорт, два игрока уже готовы туда заходить под флешку какую-то. А Фелпс будет такой вот некий разведчиком. Будет он пробираться через джангл, через окно, возможно, но пимп его ждет. Ну и пимп должен делать фраг, он сейчас видит, да, вот эта головешка. Он даже, знаешь, он не перевелся, он фликнул. Он не просто нацелился, прицелился вот так четенько и выстрелил. Он просто перевел так жестко. Настолько сильно играет Пимп, то, что ему даже вот в таких моментах не нужно время, он на автомате, это робот. Пимп это робот, который убивает людей. Но и GDM минус по Хэнни, который вроде бы выцелил игрока за фаербоксом, но произошло все так быстро, что Хэнни даже не понял, что произошло. 12-11, я думаю, сейчас превратится в 12-12, и ликвиды будут играть еще против одного эко, у Immortals денег нету. Если, конечно, сейчас Зюс и Лукас не раскроют лучшие свои таланты, лучшие свои стрелковые способности, но и минус по GDM. Минус по GDM, выходят они на пустой аплент. Нитер там побежал в аркаду, но вот не вовремя очень решил все-таки зааркадить. Откидывается у нас флешка. Ну что, 2 в 3. По холсбарам видим, Зюс очень редовый. Вся надежда тут, конечно, будет на Лукаса. Зюс уже отваливается, Хик его находит. И есть ли информация по последнему? Вот по Лукасу, по-моему, информации как раз-таки нету. Но вот сейчас должны догадываться уже игроки команды Team Liquid, где же находится все-таки последний игрок Immortals. Бомба стоит под Лукаса. Лукас один минус есть. Ну что, посмотрим. Flash раунд 1 в 3. Сможет ли заточить или нет? Хика будет просто убивать у нас Лукаса. Бомба тем временем будет диффузиться. Хика да. Убивает Лукаса. 12-12. Вот и все. Пока сравняли. Просто. Пока просто для ликвидов идет игра, у нас борьба идет, но видишь, уже заставляет Immortals'ов поставить паузу. Если ты заставляешь Immortals'ов поставить паузу, то ты очень жесткий парень. Нравится. Мне очень нравится, как играют ликвиды. GDM начал играть по-другому. Он перестал быть статичным снайпером. Тот же, например, поджим зигзага. Гран на дельпане у него остается. Но если ему это помогает, если он этим выигрывает, почему и нет. 12-12, команда Immortals имеет деньги. Я поторопился насчет того, когда сказал, то, что, ребят, экономика просела. Она просела уже давно. Но из-за того, что они проиграли уже 6 подряд, у них 3700 или сколько там, 3500 на руки капает каждый раунд, у них все хорошо в этом плане. Там даже АВП сейчас будет, там Опус может снайперскую винтовку скинуть. Да, да, вот скидывает. Вот знаешь, вот Immortals, по-моему, на Мираже ССК играли, да? Вот они побеждали, когда да. 16-10, по-моему, счет у нас был, мы с тобой как раз комментировали. И вот Immortals того времени, и вот как они сегодня действуют, это совершенно две разные команды в атаке. Вот именно в атаке не то. Вот прям вот они, наверное, сами чувствуют это, что что-то не получается. Вот нет этих разменов, нет этого тимплея, вот нет этой реактивности какой-то в атаке, вот как вот мы привыкли видеть этих бешеных бразильцев, которые несутся вперед и убивают все и сметают просто все на своем пути. Я думаю, что и самим Immortals'ом, знаешь, играть постоянно на фаст-пуш, это не всегда хорошо, потому что противник смотрит демки, противник играет с тобой на том турнире, на этом, они знают, как ты можешь сыграть, он знает стиль твоей игры. И постоянно пушить это плохо, потому что согласен, тебя могут уже ловить. Но вот сейчас во второй половине всего один раз сыграли Immortals быстро. Но на бэплэнд, когда они выходили, то есть и все раунды они пробуют играть именно тихо, спокойно и пока не особо у них это получается. Что ж, у нас выход в коннектор, Лукас замечает GDM, убивает и моментально разменной бомба уже упала. Как же так-то? Бомба уже упала. А Лукас забегал туда. Лукас как раз забегал за бомбой, еще на вид Фелпс, собирает еще и Лиджа, но и тут уже разнос полностью аплэнта. Ну, знаешь, как я и говорил, 12-7, 12-12 и Immortals берут раунд. Вроде бы, команда выигрывала, потом закомбэчили ликвиды. Думаешь, ну все, парни, победили, закомбэчили, давим моралью. И опять, да, пауза сработала, я правда... А, все, я понял, как это произошло. Подсадились в окно, с окна зашел человек, сделал минус 2, и дальше уже раунд был выигран. То есть Immortals просто... Но они проанализировали, как сыграли ликвиды до этого, то, что они окно отпускают.
позиции там просто двух игроков были, да, не очень хорошие в джангле, и вот перед коннектором, тем более лишь бы очень рядовый, и здорово. Здорово сыграли Immortals в этом раунде, 13-12 все-таки переломили. Посмотрим, переломили ли уже, вот утверждением скажу ли я, и вот экономически. Экономически у Team Liquid, пожалуйста, 6 подряд, денег нет. Нитро с ЦЗ в коврах, выходит. Я думал, Болтс заберет, и тут 12 хп у Болтс остается, Болтс все-таки справился с Нитро. Open фраг для коллектива Immortals. Что ж, 14-й, возможно, должны забирать, конечно, против экономического. Ну, тут уж... Все должно происходить для команды Immortals как нельзя лучше. Еще и Лич поджал, еще и сейчас пойдет дальше Пимп. Но вот GDM, его позиция пока не считается, хотя его ждет Болтс и Болтс с авиком. Болтс не промахнется, да. Хик и последний, а плент пустой. 14 раунд для команды Immortals, и все будет решаться в следующем. Ну, Ликвиды, что вы нам покажете? Не, на самом деле, вот Immortals сейчас могут взять потом 15-й, просто сломать опять же экономику и выиграть игру. И я просто как-то, вот, может, я не проснулся еще, я не пойму просто, как они победили, потому что вроде Ликвиды берут раунд, берут, и хоп, Immortals выиграли. Ну, потому что был еще 12-7 или сколько? Да. Там подряд взяли 6 Ликвиды. Даже 12-8. Да, ну, просто вот этот вот винстрик от Immortals, там, по-моему, в 9 раундов подряд, там как-то я не особо на него обратил внимание, а вот на Ликвиды как раз-таки обратил. 14-12, да. И бай у Ликвидов, если, конечно, они сейчас не возьмут, будет очень-очень им туго, потом уже на 15-м от Immortals, если вдруг не возьмут, то посмотрим. Будет ли 1-1 по картам, либо нежели все-таки Ликвиды додавят и возьмут 2-0. Мне кажется, что Ликвиды должны сейчас проиграть. Вот почему-то кажется, что Ликвиды сейчас уже проиграют. Да, пауза стоит, но... Хорошо, не будем говорить, что Ликвиды проиграют, Ликвиды выиграют. Как сыграет GDM, так будет решаться. Потому что у GDM ОВП. Пимп будет играть с кольтом, Хика сейчас закупит себе закуп армора и кольт, плюс там гранаты. То есть будет играть один GDM с ОВП. Вот важно, как он сыграет. У Нитро вообще игра не идет. 9 на 20, парень. Плывет. Ну вот Хика тоже все равно, 12 на 19, тоже статистика. То есть три игрока вот реально растаскивают, пока это Пимп, который на первом месте идет с 20 убийствами. GDM 18, лишь 16. Вот Хика и Нитро, конечно, Хика надо включить вот того, который убивал всех и вся вот в последние раунды этой на встречи. На трене еще хорошо играл Хика, помнишь, как он там серию выдавал? Да, как Квадро, по-моему, давал даже, по-моему, когда да, они там 2-4 оставались, да. Было все здорово. Ну вот и Immortals, тот самый Хини опять 25 фрагов заработал уже. Болтс тоже 25-23 у Фелпса. Ну и Лукас Зюс немножко остается, 16-10. Соответственно, Хини опять этот Хини, этот снайпер, этот парень просто растаскивает на каждой карте Immortals и просто вот, неудержимый. Неудержимый Хэнни. Это как неудержимый Джо. Неуловимый Джон. Так это неудержимый Хэнни. Знаешь, почему называют неуловимого Джо неуловимым? Почему? Потому что его никто не ловит. Вот так вот. Просто потому что его никто не ловит. Это шутка за 300 в 5 утра. Я могу себе позволить. Я шучу, потому что я могу. Ну что, два игрока через метро. Команда Immortals на центре стоит с бомбой Лукас. GDM Cycle зачекал кого-то, но убить пока не получается. Тут закидывают гранатами всеми, какими только возможно. И это не выход. Это не выход, это Immortals сейчас будет подсаживаться. GDM этого ждет, я думаю. Как раз таки стоит перед смоком в ожидании чуда. И Фелпс сейчас с Зюсом будет что-то придумывать. Ну опять буду давить аплент через джангл, коннектор, яму, пауз. Со всех сторон попытаются окружить, в общем-то, трех игроков Team Liquid. На пленте GDM и лишь и Нитро. Вот она троица, бравая. GDM ждет у нас подсадку в окно, как раз-таки читается эта ситуация. Ну посмотрим, если в принципе сейчас выйдут ребята на аплент, там GDM просто развернется и нет, дожидается все-таки Фелпса. Выход пошел, у нас уже два минуса от коллектива Immortals. Два размена дает GDM и... Посмотрим. 3 в 3 ситуация. Но тут же Лукас должен удавить пимпан. Нет, все-таки уходит пимп далеко и надолго. Бомба будет ставиться. Будет ли простреливать GDM? Нет, простреливать он пока не собирается, так как он поменял позицию. Пока полиция не стоит. Но Immortals уже сели. Immortals уже заняли свои позиции. Флешка хорошая в Лукаса. Пимп сейчас должен открываться и делать минус по Лукасу. Но Лукас уходит из блайнда и пимп.
делает, таки по нему минус, на 20 хп остается Хэнни, ответочка залетает, Пим красный против Болтса и Хэнни, очень хорошая пара осталась у команды Immortals, боевая, которая мало что проигрывала вообще сегодня, в принципе, в матче, и остается вот он, вот. Что я и говорил, эта парочка не проигрывает, эти два человека сейчас тащат всю команду за собой, 27 Хэнни, 26 Болтс, это убиваторы, это убиваторы. К сожалению, у Team Liquid не осталось просто-напросто даже там раскидки. Вот никаких флешек. Одна флешка была при заходе 3 в 3, потом эту флешку они уже отдали, и все. Совершенно без раскидки. Тяжеловато было, конечно, выбивать, когда атака заняла комфортабельные для себя позиции. Что ж, 15-12, 3 матч-поинта. Имеет у нас коллектив Immortals по закупу, как мы уже и говорили. UMP, дробовичок, Макс 7 у Нитро и 3 пистолета, 5-7. Что ж, матч-поинт, посмотрим. Черный пистолет. Эй, Фелпс, минус по Элиджу. Делает первый минус, тут же размена, дробовик от Нитро. Сносит Хэнни в полете, но уже с Лукасом повоевать не получается. Хика и GDM вдвоем будут давить Фелпса. Сделали таки минус, но теперь по ним есть информация. Теперь можно ставить бомбу. И Мортелсам остается совсем чуть-чуть для того, чтобы победить в этом матче. Да, не торопился у нас Лукас поставить бомбу, там и молотов, там и гранату еще дали, Хик там бедный еле убегает, 22 хелспоинта у него остается. Что ж, GDM с UMP, 5-7, Хика 2 в 2 и очень хорошая позиция опять же в атаке, Лукас у нас тупо играет, Болтс в пите и, ну, посмотрим, 2 в 2 как будут выбивать, молотов прилетает прям в лицо Лукас начинает гореть, 60 хп, 40 уже очень много потерял и время... Тикает, нету китов. За что? А бомба, что там, диффузится бомба? У него нету китов. У него нету китов. Нету китов. Нашел? Ну ладно, не суть. Но этого, да, это все равно по времени не хватило. Мортлсы побеждают 16-12. Ну что, дорогие друзья, мы посмотрели интересный матч. Много было в этом матче интересного. Сначала одни давили, потом вторые, потом опять первые, опять Immortals, опять Liquid. Вот так вот до конца было непонятно, кто все-таки выиграет. Но в итоге 16-12 победа команды Immortals. Смогли, ребята, додавить. И у нас следующий матч Renegades против CLG. Опять-таки борьба за высшие строчки турнирной таблицы. У команды CLG 20 матчей, 18 очков. У Renegades 33 очка, 18 матчей. Renegades вообще удивляют. Они сейчас с очень большим успехом играют. У них всего лишь 7 поражений. Они могут выйти даже в топ. А вот как они сыграют, это уже будет зависеть как раз-таки от самих Renegades. У них остаются матчи против CLG, против Selfless, против Energy, против Interfox. То есть у команды Renegades хорошие шансы попасть не только на турнир, но и занять высокую строчку. Ну а CLG борется за выживание, во-первых. Во-вторых, парням, я думаю, тоже охота попасть куда-либо. Но вот у CLG проблемы с тем, то, что они сыграли уже 20 матчей. У них осталось всего лишь-то 6 игр. Это 6 на 3. 18 очков они максимум могут набрать. 18 очков это максимум, что они смогут сделать. 36. Они максимум могут только подняться до 6 места, и все. Они будут бороться за девятку. Вот за девятку будут бороться. Да, посмотрим мы за картами Cobblestone и... Даст второй, по-моему, да, даст второй. Интересная будет встреча, что ж, ждем Cobblestone.